Команда «Химки Подмосковья», выступающая в чемпионате российской суперлиги, наконец прервала серию неудач и одержала первую домашнюю победу. Матч с баскетбольным клубом «Урал» химчане провели уверенно. К середине встречи преимущество подопечных Олега Резова составило 18 очков – 45-27. Но гости из Екатеринбурга сдаваться не собирались. Опытная команда, хорошими игроками, поигравшими и в ЭТБ лигах, и в суперлигах, во всех командах. Поэтому я думаю, что где-то они уперлись немножко, мы чуть расслабились и получили, и ввели вот такую вот концовочку очень тяжелую. Химчане чуть было не повторили сценарий прошлой игры, растеряв комфортное преимущество. За 4 минуты до финальной сирены от былой разницы в счете не осталось и следа. Вовремя собравшись, подмосковная команда сумела одержать победу. Решающие очки набрал Ильхан Ахмедов. Сначала забивший дальний бросок, а затем два точных с линии. Так вышло, просто у меня оказался мяч, и я взял инициативу в свои руки, и не ошибся, и забил эти 3 очка. Итог 85-80 в пользу команды Олега Резвого и Михаила Соловьева. Самым результативным игроком встречи стал Андрей Зубков, который оформил дабл-дабл, набрал 20 очков и взял 12 подборов. Впереди у химчан выезд в Ревду и Екатеринбург. Следующий домашний матч «Химки» Подмосковья проведут 21 ноября против «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга.